Если бы вы были зрителем Евровидения, то кого бы вы поддержали из ваших Джамалу, конкурентов? Да, Джамалу, да, Джамалу. Она очень искренний человек, вы знаете, она мне пару раз на концертах подарила цветы в горшочке, а у меня цветы вообще не выживают дома, а те, которые подарила Джамала, они живут. Поэтому я сделала вывод, что это было от души, и человек, который способен на такие поступки искренние и простые, я думаю, он заслуживает на поддержку и на любовь, и это очень справедливо, что она одна из самых таких сильных популярных певиц, так что я поддерживаю ее. А вообще, вот расскажите, как у вас происходит все вот внутри по организации, да, конкурса? Потому что с экранов телевизора все довольно смотрится прозрачно и объективно. Так ли это на самом деле? Просто было очень много скандалов, связанных с этим. То есть доверяете ли вы судьям? Вызывает ли у вас доверие? Судьям доверяю. Это уже состоявшиеся артисты, да. Что же мне доверять, со своим мнением, которое имеет право на жизнь. Я настолько не углублялась в эти все нюансы, потому что я не могу сказать, что я прямо вот такой человек, который рвется к победе. Я знаю, что у меня есть свой путь, и на этом пути у меня свои победы.